Итак, идем выпускать, и я вам покажу половину живого карася. Всем привет! Вы на канале Семейка Т. Так, о чем сегодня видео? Я привез карасиков. Сейчас будем запускать их в большой пруд. Но сделаю отступление по нашему пруду. Сейчас у нас стоит жара, пока дождей нету. Уровень чуть-чуть упал. И вода в пруду, как сказать, она уже стала не мутная такая, а зеленоватая. Потом смерю по показаниям, возможно, надо будет изысковать. Что еще? Рыба прекрасно себя чувствует. Заморы прекратились, слава богу. Замора нету, больше рыбы не погибает. Рыба гуляет, выпрыгивает. С того берега, с дальнего, можно пройти, послушать. Вернее, с того, на том дальнем берегу, когда стоишь, карпы чмокают. То есть жена даже у меня спрашивает, что такое? Это раки, говорит, что ли, клешнями? Я говорю, нет, это карпы чмокают. Знаете, чмоканье такое вдоль берега, когда они обсасывают там берега. Что еще? Сейчас ставлю вставочку, как у нас раки уже проснулись. Они вот даже в кормушках попадают, ну, в кормушки залазят. В раколовку не ловятся, вот на карася, а вот в кормушку, на комбикорм, на пшеницу они залазят потихонечку там. Хорошие раки есть. А каждый раз вот камеру не брал, когда поднимаю кормушки. Вот смотрите, поднимаю кормушки, они пустые, и вот раки начинают просыпаться. Рычок. Смотрите, какой большой. Это самец, 100%. Смотрите, какой кабан. Вот это реально кабан. Вот он... Стрел. Прячется. Да посмотрите, какой размер, ребят. Посмотрите, какой размер. Посмотрите, с ладонь с мою. Хвостик поджимает. Да. Это мальчик, но вот сейчас. Смотрите, какой кабан. А вот это самочка. Смотрите, самочка. Вот смотрите, самочка. Смотрите, с икрой. Сейчас мы их отпустим. Оп. Сейчас я его отпущу. Пускай он меня здесь. Оп. Идет. Все, это уже тоже поползла. Самочку отпущу вот туда подальше. Покажи икру, ну, маленько зафиксируй, чтобы можно поставить на камеру. Угу. Сейчас у меня раколовка стоит. Раколовка заряжена карасем, но вот они что-то не попадаются. Они вот на корм, на комбикорм рыбий идут. Сейчас попробую раколовку снять. Головки пусто. Они комбикорм едят. Да. Карасика они не хотят. Фу, уже все протухший. Пускай стоит. А раки, карася не хотят, а вот любят комбикорм. Так, ну а сейчас по карасям. Этих карасей мы сейчас идем запускаем в большой пруд. Поймал я опять на маленьком пруду карасиков. И здесь один чудо-карась, не знаю, как он выжил. Сейчас я вам придем туда покажу. Его, ребят, его половина. То есть карася половина. Не карась, а карася половина. Сейчас придем туда, буду выпускать и вам покажу. Пойдемте.
Что это? Ты такое говоришь? Как такое может быть? Так, ну вот, ребят, посмотрите, какая красота. Ну вот, повторюсь, кто не знает, это почищенный пруд, который почистили в том году, полностью осушали. Там такой островок, но я переживал, думал, может, с донной косой выйду, покашу, но все-таки решил оставить его для нереста рыбы. Вот. На следующий год, естественно, здесь уже будет воды побольше, но сейчас уже здесь можно купаться. Пока еще рано, но скоро уже можно будет. Итак, идем выпускать, и я вам покажу половину живого карася. Бревна оставшиеся вот это, после того, как экскаватор вниз съезжал туда. Так, идем запускать наших малышей. Гуляет здесь. Я же сюда рыбу запускал. Миша, он тут и живет? Да. Рыбку просаливать не будем, с того водоема запускаем. Вот водоем чистенький. Так, сейчас солью. Как раз живой водички добавим в этот пруд. И будем искать. Так, в этот пруд, ребят, я уже запустил больше сотни маленьких карасиков. И потихонечку, ну вам мало видео там, сколько, одно, да, мы как мы запускали видео. А так вот потихонечку привожу, здесь уже больше сотни. Так. Вот такие малыши. Так, вот даже не видно. Ну, посмотри, где здесь половинка. Я сейчас попробую найти, подожди. Где ты? А, вот он я. Вот, посмотрите, ребят. Боже, что это? Вот это посмотрите, класс. Ребят, это половина, ну сейчас я всех выпущу, это половина живого карася, который вот здесь зарос, смотрите. Вот здесь зарос, и он плавает. Живет. Живет, сейчас я его. Останет. Так, ну вот тут такие красавчики. Ой, выпускаем. Последним выпустим. Где он? Ты же уже. Не, вон он. Даже его не отличить, подожди. Ускакал. Так. Оп. Идите. Даже эти побольше, смотри, да? Да, эти побольше, чем те, которые мы раньше запускали. Не посчитал я их, но здесь штук 30, наверное. Где там инвалид? Инвалид? Да, инвалид. Ну вот, смотрите, как плавает инвалид. Вот у него хвоста совершенно... У него... Это половина. И он плавает. Не будем его мучить. Дадим жизнь. Это половина карася, ребят. Ой. Плыви, друг. Сейчас посмотрим, как он здесь плывет. Все, поплыл. Головастик один остался. Головастики тут. Да, одним больше, одним меньше. Да. Там миллионы. Вот так мы потихонечку продолжаем наблюдать за жизнью этого пруда. Подписывайтесь, наблюдайте вместе с нами. Всем пока, удачи и хорошего настроения.